Так, Фрэнзик Долоран, Хансея Сумоним. Тексюху Сумоним. Тыкните на шкаф. Бля, мы, наверное, не пойдем туда в WhatsApp на фу. Че ты дал? Какой дал, князь? И потеешь. Ой, мыши, ты посмотри на них, где. А ну там пизды дай. Сове, сове, причем. И, может, ты про что? Да мы тут пока не равно дуэль. Медведь против хила. Прилетели пидорасы. Я цветного года камбрик, коричнево-оранжевая пачка с магами. Такое, конечно. Предлагаю собрать коричневую пать и стебать ее. Это вообще. Осколки Йорлинг собирает. У нас есть 5 коричневых людей, их можно стебать. Тут осколки расписаны уже давно-давно. Еще на 3 дела вперед, по-моему. На 3 года вперед? На 3 тела вперед. Ну, хоть на 3 года. Еще тебе пожрал эту почту. Я не знаю, что там у Паши, если честно, сейчас плоско. Сань, кто там Паша сейчас собирает? Ники? Алкан. А, Мари. С Ники собирает с Монком. Стоп, я, Алкана? По-моему, уже собрал. Знаешь, что собирают? Я эти посохи увижу, блядь, в ОК. Хейны, расскажите мне. А у меня тоже такой интересный вопрос, а зачем Марине? После Волкана пиха. После пихи это должен ничего. Был быть ты не ОК. ОК собрал уже. А, уже собрал? Просто если я Тасю по-доброму стебу по поводу ДПС, я понимаю, что на Вулкана я просто могу стебу. Марину давно обещали уже, что, блядь, еще лет назад. Ну, эти обещания, блядь, только потом у меня на ОКГР нету людей. Потому что, к сожалению, я не могу дать больше 13 как без Андрея, такой сильный, блядь. Сколько боссов, то есть? Сколько, не знаю, сейчас посмотрим, сколько сели. Может, первый квартал. Вы такие ленивые? Так а хули мы завтра будем делать, блин? Наксанус, Монтон, конечно. Джейну трейд. Век готов к этому. А чё, завтра тоже выходной? У нас завтра ЦРК на фу. А у нас просто... Мы сейчас это правим, чем будем обсуждать. А когда Аляргер? О, понедельник начинает. Не, Алара кейт. Вот, кейт. Он только кейт. А сейчас мы тут снова Аляр. Сегодня рассвет. Не забывай добавлять этот титр. Лицом в пол. Я думал, это сметанки идти. Так, ладно, я покидаю вас. Давай, покидай. Бля, может я не пойду тать туда? Чё, смысл? Бля, завтра-то не получится добить его. Завтра у нас... А ты пойдёшь на паладине с Пашей? А я буду заходить на паладин. Могу заменить WhatsApp, я еще не успел вас покинуть. Ты тоже, блядь, там платяра пойдешь? Я хантом пойду. Я хантом пойду. А тебе нужно будет на ДЦ, блядь. Там есть ДЦ? А если не будет ее, Саня тоже так, блядь. Ладно, я вас покидаю. У меня, в принципе, Настя, если что, без КД есть. На ДЦ. Да, он есть.
Что тоже учитывается. Он завтра может добить с вами вместе, потому что у нас свою РТ будет. Вроде вчера-сегодня лагов не было. Я же знаю, откуда они начинаются. Ватсап валит Даларан, давайте я Лонди дерну, что я не боюсь, куда вешать. Паша, Финлас, вот зачем тебе, блядь, карты мне портишь? Ты же знаешь, что я не захожу в этот сет. Я не захожу в этот сет. Хочешь, иди, хоть иди. Да не паникуйте вы, ёптать. Дайте я арту напишу, кстати, вы помните, что рубы сложно, да. Чтоб у тебя сеть, сука, порвалась. Что ты целый день меня зашивал? Че? Монро, что он войду ушел? Если ты можешь его отдать. Я сомневаюсь, что он даст. Будет на всех трех своих поясах хочет танчить, а Монород на одном своем не хочет танчить, хочет. Кстати, у нас катание там на Дер. Слово совсем сейчас пока. Есть. Блин, я не так, есть. У нас 4 недели, а что нам тут? Вот я не говорю, что ты не умеешь, я говорю, что не хочешь. Это разница большая. Действительно. Народ, все началось с того, что тебе парочку раз просто предложили, ну давай чуть-чуть под... Потом ты каждый раз уже был танк. У нас бедного котика. Просто он умеет играть. Да, да, вот с этого начинается. Просто чтобы кому-то учиться. Если ты что-то учиться, лучше, что можешь танчить. Угу. Вот так и я танчу. Где-то я такое, блядь, слышал. Помнишь, такой консерва. Белую ставить. За ДД. Мне так нравилось, как он танковал на продавали. Мне реально нравилось. А потом. Вот мы такие на танков, блять, у нас одни вары вообще в танках. Просто стая всех варов забрала. Потом он имел неосторожно сказать, что у него есть. Нет, там Сань, там чуть по-другому, я в личку, ну вообще с Пашей общался, типа сказал, что есть медведь, и я знаю, что он выйдет в этот раз, только нужно чутка с мото с Солкагира забрать. Они минимум 1500. А мы в итоге и не собирались на это. Все доджили. Блять, пусть оденьте, кстати. Как я допустим, самодовольный Кливан. Думаю, что не так-то? Деткин, встаем. Так, бой. Где кто? Скорее всего, вход. Пошли. Разминировали ловушку-то? Нет? Вроде. Блять, кого задели? Пока бой, не могу выйти из игры. Урдука. Думаете это? А я не знаю, как выключать через чат эту парашку. Именно.
все, убили. О, выключилось. Он мне написал фаталити офф. Рыбка стоит. Да, рыбка стоит, залетаем. Так, сейчас шкаф ставлю, френдика с лимонем. Пойдем как приличные в 5 хилов. Тыкните на шкаф. Лонги, у нас Лана Джайна будет завтра. На сумтек. И, кстати, можем кровь закрыть. Ладно, сейчас посмотрим. Так, что у нас по танкам? Пайдрим в танке. Войд в танке. Пайдрим. Ой, рано. Пайдрим первым берет. Афов нет. Нет, я пока не запускаю. МП5 не наблюдаю. Потому что один паладин, я-то там поставлю. Что у нас? Уступлю Лани. Нет, хватит, хватит уступать. В смысле, когда ты последний раз уступал? Я тренировку туда посидел. С пулом? Да. Полка, вот ты зря так. Настя, подымай его сразу. Я понимаю. Макс, подними, пожалуйста, дры-дры, подними полк. Игорь, мне сразу дайте. Я посвечу. Один кот бедный бегает по дурну. Не берет их. Он за 6. По шипам. Да, блять, вы заебали дохнуть, ребята. Нормально там себя чувствуете? Нигде не ёкает. Что-то больно, наверное, потому что надо разойтись, не? Сыграть по шипам. Первый раз пришли, блять, на ребро или что? Под босса подвинься. Кто там стоит у меня? Ой, сложно-то, блять. Раунд. Что добиваем? Сколько раз Векса взяла ошибку? Вексом? Внутри. Крис, осколок есть? Да. Вы здесь потому, что наделены особым знанием.
Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты? Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы! Недостаточно. Посмотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью их строения. Давай, Батлер, локоть. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем... Парень заявился. Крис, забирай. Тебя не шустро. Так, а почему мне пишет, что предмет вам не подходит? Еще раз, боссом. Бери с таргета, возьми и забери. Для нашего господина нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его. Кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы... Надо подспекнуться, чтобы видеть, сколько вы духов наловили. Да, пошли по метке. Так, рыбку ставлю. На второй. Кто у нас? Войд и Мордоку на боссе. Файдрим ловит трэш. Кушаем рыбку. Танка, Хайдрим, Лера. Не забываем про контроль. Герус пула. До первого МК играем по леди. КД. Черт, точно. 2 минуты еще когда. Как вы смеете вступать в эти священные покои?
Это место станет вашей могилой! Фанатиков забрать. Фанатика с рейда забрать. Почему у меня фанатик вообще в рейде? У меня танки не распределились, кто с какой стороны. Я слева, у меня тут два фанатика и это. Поднимешь в лендетку? Нет, поднимешь в лендетку, да, стоит в лендетке. Не спамите, пожалуйста. Минута 45. Это поднимешь. Я вижу. Фанатики РДД. Ну, нет, разгуляет по рейду. МК. Контроль. РДД моб. Скелет себе. Фанатик РДД, что тебя развернули, повалили? Контролинка. Я освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. Поднять кого? Сейчас подниму. Настя, отхватит, она поднимет. Вендетка отхватил себе. Я знаю. Я их вижу. МК контроль. Трэш РДД. Не спалите бомбу. Вот, переводим. Макс, встаем. Правда, что в ребов дали, как никого подняли. Загро аккуратно. Запускаем? Трэш, точно, уже запустили. Духи аккуратно. Мили. Контроль. Духи очень аккуратно. Трэш точно есть. Мили трэшек ваш. МК готовимся. Контроль МК. Батла не залезть на резоне. Сразу ветра туда на продление. Вы осознали бессмысленность своих действий. О, как охуенно мы с духами веселимся. Контроль. По Ксюше контроль дает, на прикасте стоит. Так, по БР он танк поднять.
Йорлин поднять. Макс, давай Йорлин. Позаимствуем. Пора да притворить. Ремонт, конечно, удар, но не станет. МК. Один батл остался. Планета. Вы осознали бессмысленность своих действий? Можно падать, в принципе. Ты не в силах. Ох, похуй. Противиться моей воле. Это жирная атака. Так. Только стоит кушаем. Дима, а как тебе там медведя, блядь, духа взрывать? Охуенно было? По всей мелизоне проходиться. У меня минусы было охуенно. Варах много, они феряют все. Их берет в МК, они феряют. Агрессор. Кушаем рыбку, даем фул рибаф. Гера откатилась? Консерва? Да. Даже Гера вспомнил. А что-то нету? А, лапы нет. Как обычно. Действительно, мало друидов слишком. Столько друидов надо. Нужно, чтобы либо лапы дали. Правильный ответ всегда недостаточно. Видимо, после Макреса встаёте медленно, как все фрески, если с лапнете, или с БК. Антон. Я резона не залез. Еще фир, да?
Им как это? Нет, Ксюха, твой сопрот — это нечто. Довольно! Пришла пора взять все в свои руки! Где можно? Ну, народ, дай, пожалуйста, по бату, Бэр. Аккуратно, Дуси. Полка не залить на резоне, блять, заебали просто уехать свою гребаную. Ну, доставайте, пожалуйста, кофе и даст из этого даст. Там как это? МК контроль. Духи аккуратно. МК готовимся. Духи мили. Трэш, подбить. Контроль МК. Фанатика, долейте. РВД отлично разгорели. Духи. МК готовимся. Макс, это не ут. Контроль. Мерезона не залить. Кто дал ОХП? Аккуратно с духами. Сейчас контролем хуёво. Только, блядь, не вообще все, которые могут это удержать, ничего не держат. Духи аккуратно. Так, тут, по-моему, у нас нахер никому ничего не надо. Отказываемся от Сиранита, остальная роль. Москва Кьер. Да-да-да, еще. Надо вот, я думаю, что это больше степ. Что? Протоколы. Пять друидов, это не считая танк. Пять, блять. Это еще мало. Пять друидов, не считая танков, мы не можем просто раскатывать. Все нормально. У нас стоят люди, блять, натыкать. Я в ахуе.
Ну там Мелизон облетел. А вы стояли Кирилла. Да кто-то за духу. За двоих, которых взорвал. Да, Боря, давай ты в БДМ. Так, задача пока вдали. Пушку Эвил. Так, пушку Эвил. Князь. То еще сяка. И пускай парада. На этом корабле у нас остается Хамсей. И танчит тут Вой. На противоположный корабль у нас летит Five Dream и все остальные. Еще может здесь остаться, кто у нас покрутит. Котик, Монород тоже на этом корабле останешься. Взяли Ранса, одели. Бафы были бы неплохи, кстати. У нас куча людей упала, а ребафа нету до сих пор. Ну, на этом все. Нужны кому-то наручи с сурта? У нас не парк паладин. У нас один паладин, поэтому только каски. Там-то там же впихивают. Френзик тебе нужны, да? Ну, френзик, что надо. А ты на кота или на резист зачарить? Это еще что? Дайте мне подзорную трубу! Ну, а кота снова. Клянусь бородой, корабль Орды несется на нас на всех парах! Маневрируем! Пушки заряжай! Ах вы псы трусливые! Напали из-под тяжка! Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь! Не моя битва! Разрушители! Сержанты! Бой! Но у меня царь самосуд! А что ж такое? Не сдадим бы без боя, дитя Стальгорна! Да, ты немножко один раз упал. Дай ему крышку. Не зря? На сколько? Примерно на... Сейчас посчитаю. Где-то на 1%, может на 2%. Может быть, на них работал какой-то баф, которого сейчас нет. Кулак на них работал. АПшка есть 10%? Ханты? Век сломай. Век сломай легкий. Настало время консерва. Thank you.
Ну или даже на 1-2% снизили урон от единички, а двойки-то намного больше. Раньше можно было полупить, а сейчас я больше 40 не видел цифру. Переделали что-то. Ну то, что не носит. Не, 47 был. Слышите, вот они сделали эту херню. А что теперь будет происходить на Соляре с ужасами бедными? Есть такой звук. Так это наоборот чудес. То, что они будут выбегать, блядь, моментально. Да, они будут выбегать моментально. И мы не будем зависеть от кастит он или нет, то есть он же кастит по времени. Ладно, тяжело объяснить. Первый моб, он очень медленно ходил. Не скажи лопат. Хорошо, ладно, а на лартике, на элементале. А это ГГ. Медленнее есть, конечно. Не, ну не все же они супер быстрые. Сегодня у нас Талдред бегал обычным бегом. Да, они на Керри, по-моему, специально это прописали, потому что там уже был таким. Надо предпринять, говорит, товарищ Димарима, а если он Талдас? Ты помрешь, станешь. Ну он всех миликов перебьет. Вот этой скорости Синдра сегодня летала, хочу мир. Саурхан, всех миликов. Не, мне кажется, сейчас толка это не так проблематично. Дракость проблематична. Если в обычае так же, как и в Гере, там вначале чуть-чуть будет больно, а потом уже нормально, как обычно. Как ты отсюда долго бежишь? Рыбка ставит кушан. Повисло чешо. Да, все. На таро? Нет. Ну, опа, ну сука. Там кольцо мое лежало, я видел, да? Ну, чувствовал. Так чё, поговорил, вот у нас сейчас забагается корабль, запустить его нельзя будет, но порталы наверх тоже у нас не окажется. Почему корабль? Не думаю, что забагается порталу-то не будет. Посмотрим сейчас. Давно не было ребутов в время, так, конечно, да. Я уже даже соскучилась по этому. Сейчас нажали перейдем. Вспомни. Хуже 3 FPS на Джане будет, не может ничего. Так в итоге проблема была в тебя, там она была Дина, потому что девка на форуме была, потом Бог. Не знаю, не смотрела, что там было. Скорее всего, откатит. Не босс откатит, лут откатит. Будет лут. Уже там лес проходили. Стример есть? Ну толк. Подогнали на лут. Давай дольше. Если лут не открылся,
это бесполезный номер. Ну типа, в смысле, мы убили босса? Мы убили босса, лут не открывался. Если сундук не открыт, лута не было, скринено вообще, что там было, это бесполезно. Ну, это типа, это не суть видоса. Что так значит, что мы убили, чтобы он зарандомил лучше. Удачи, можешь создавать какие-то формы. Меня послали в прошлый раз. Может быть, тебя не пошлют. На видос у тебя был? Нет, у нас был миллиард скринов. Ну, вот видишь. Разница. Капец, как нас много на канале. Ася. Что ты хочешь? Как, Бора, мы знаем кого-нибудь там резать? Не пойдем сегодня на Лича. У нас завтра будет это проход танка. Заходим. Понял. Куда Лоран заходит? Залетаем, господа. То, наверное, все, кто умер на корабле, остались. Да. Причем сранцы, некрасиво. Кстати, да. А все, кто где оказались, да? Не знаю, я наверху. Кто вдали, кто в шторме. Если кто-то еще появится, сразу шкаф-то к ним. Причем с ранцем. И вот с Сафанга никого, да? Всяко, Войт, Монород.